Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Вот, иду. Вон стоит наша машинка. Народ топчется. Вот, но я уже с Димой сейчас списывалась. Говорят, Валя не приехала, приболела. Эдик! Ну ладно, вот наша небольшая кучка, но уже просто время уже почти 2 часа, скоро встреча заканчивается. Вот машину набили битком. А там стоит еще кучка вещей, которые вообще не помещаются. Поэтому с нетерпением ждут Юлю. Юля, мы тебя ждем. Вот еще люди подходят. Да, уже некуда. Еще у меня пакетик. О, с аптекой. Эдик не хочет фотографироваться. Подмога приехала. Ой, девочки, простите, пожалуйста. Всем доброго дня. Девчонки, простите, но я сегодня не смогла приехать. Я доехала до Чехова, а вот до Москвы я не смогла доехать, девочки. У меня реально просто потемнело в глазах, и я села, и я до 7 утра была в приюте. Ночью приехали, пока всех разгрузили, пока я отругала, проверила, перетрясла. Заставила по новой убирать вольеры, заставила по новой перетрясать будки. Навела там, короче, побуянила немного. А это все отложилось, наверное. Доехала домой переодеться, думала, прикорну на часик. А встать уже не смогла, девочки. 2 суток на ногах, это, ну, для меня это многовато. Я прошу прощения, ребята, я первый раз подвела вас. Я не смогла приехать. Мне на душе так нехорошо. Я прошу, простите меня, пожалуйста. И если можно, давайте перенесем встречу на воскресенье опять. Люди приходили, но не хватило места, чтобы забрать то, что они принесли. Давайте попробуем опубликовать, что встреча состоится. Так на душе нехорошо. И девчонки, сил не было. Я думала, что я лошадь здоровая. А в этот раз я немножко сломалась. Простите, пожалуйста. Так, вот люди приехали, эти первый раз. Вот, и с малышами приходят. Да, нам настоящих надежных мужчин очень не хватает. Растим. Да, своих вырастим. Снимайте прям так же. Снимаю. Но люди какие-то собрались, все очень веселые, какие-то добрые. Вот приходят, все друг другу так радуются. А вот заметили, насколько у нас смеха, действительно. Еще, ребята, ку-ку-ку, не дай бог. Никаких разборок, никто ничего не это. Кучей бросаемся, делаем. Позвонила женщина вот с этого номера. И сказала, что она хочет оказать нам помощь. У нее 2 мешка корма, там 40 килограмм гречки, игрушки, еще что-то. Но она не может сама подъехать. Скажите, пожалуйста, может быть, там к ней, возле нее кто-то рядом есть, чтобы забрать помощь? Девочки, пожалуйста, позвоните ей кто-нибудь. Девочки милые,
Пожалуйста, сейчас никаких тряпок. Никаких тряпок. Тот, кто предлагает сложить за вольерами, все это сгниет, намокнет, отсыреет и сгниет. Тряпки хранить за вольерами нельзя. Поэтому очень вас прошу, нам сейчас нужны... Нет, пледы, девочки, нужны. Пледы флисовые маленькие, которыми можно укрыть щенят. Эти нужны. Флисовые маленькие пледы только для щенят и пеленки. Девочки, пожалуйста, только пеленки, флисовые пледы и все. Остальное это лекарства и корм. Пожалуйста, все остальное, еще инструменты, пожалуйста, любые стройматериалы. Все остальное мы пока брать не будем. Никаких тряпок, девочки, никаких ковров, никаких пледов, я имею в виду половых. Пожалуйста, мои хорошие, объясните это тем, кто нам предлагает. Нам хранить действительно сейчас негде. Забивать приют я не буду, ни в коем случае. Пожалуйста, я вас очень прошу. Хорошо, нам сейчас необходимо, еще раз, это стройматериалы, шурупы любые, инструменты любые. И для снега лопаты нужны, и обычные совковые, штыковые очень нужны. Могут подарить нам строительную тележку. Без проблем, ребята, это тоже надо. В общем, все, что касается стройматериалов, мои хорошие. Тряпки мы сейчас не берем. Корма берем, любые. Корма. И лекарства, ребята. Не надо помногу, хоть понемножечку, но именно то, что нам надо, чтобы опять мы не забились коробками и все. Смотрите, в приюте самое необходимое сейчас это растворы, это мази. Мазь левомиколь просто стремительно уходит. Очень нужны бинты. Бинты, салфетки, бронолиновая сетка. Очень нужна бронолиновая сетка. Лейкопластыри. Это то, и антибиотики. Это то, что нам сейчас необходимо в первую очередь. Спасибо, мои хорошие. Девочки, еще очень нужен адвокат. Бравекта, адвокат. Это то, что нам сейчас необходимо. И еще, разумеется, нам нужны прививки. Понимаете, мы иногда хотим помочь и покупаем... Хотим помочь много, понемножку, но много. Ребята, пожалуйста, помогите что-нибудь одно, но пусть это одно, одного названия, и пусть это одно, его будет много. Например, вы покупаете глистогонку, вот пусть ее будет много. Пусть будет одно наименование. Девочки, пожалуйста, не надо распыляться, не надо покупать разного и всего. Очень вас прошу. Именно то... что нам необходимо на приют. И, понимаете, БАРС не работает. Мы просто тратим на него деньги и выбрасываем. Он не работает. Мы пробовали. Что же мы животных травим, если мы их любим? Что же мы покупаем им то, что сейчас действительно не работает? Блохи мутируют, глисты мутируют. Понимаете, а мы детей травим и травим старыми лекарствами, которые эффекта не дают. Я все это уже прохожу каждый день вот на практике с ними. И поэтому говорю, ребята, пока нам нужен, пусть немножко, пожалуйста, но купите нам адвокат. А почему адвокат? Ребята, он хорошо гонит и глисты, и блохи. К тому же он еще и работает против дирофилариоза. Именно поэтому. А мы находимся в поле. Комары летают. Поэтому нам очень нужны и нужен именно адвокат. Ведь их обрабатывать надо всего раз в полгода, собак. Но неужели мы за полгода не накопим 1000 доз? Причем можно брать одну большую дозу, которую я могу разделить на несколько животных. Самую максимальную дозу, но адвокат. Пожалуйста, ребята, по цене это будет почти то же самое, если вы возьмете нам дешевых много материалов. Пожалуйста, купите лучше одну капсулу адвокат. Купите нам Бравекта по возможности. Девочки, это то, что нам необходимо. Очень вас прошу. Или Левомиколь. Еще нужна АСД. Любая фракция.